Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Болотная атака». Да, кстати, я, ребята, собирать решил деньги на миниган. Что-то мне заклинило в голове, что он стоит 100 тысяч. Но на самом деле-то он стоит 200 тысяч. Поэтому, не знаю, ребят, нет смысла мне копить, потому что я все вот эти вот уровни с летающими тарелками прошел. Дальше я не знаю, где еще можно нафармить голды. Ну да ладно, давайте, наверное, мы уж будем с вами проходить нашу сюжеточку, где мы с вами там остановились. Секунду, что-то перебор уже. Где-то здесь, в этих краях, да, седьмой у нас этап. Мы с вами получили дробаш, ружбайку, ружьишко, как хотите называть его. В общем, я его немножечко прокачал, чуть-чуть, капельку буквально. Ну вот я думаю, может быть, улучшить его, а? Или же что? Так, надо нам боеприпасики купить. Или же нам все-таки улучшить с вами косморужье. Миниган 200 тысяч, ребята, стоит, блин, открывается только за монеты. Соответственно, его нельзя открыть обычным игровым процессом, только лишь покупать. Также у нас, вот видите, всякие воздушные удары, улей 150 тысяч. Ладно, я не буду слишком сильно тратить деньги, может быть, мы с вами как-то умудримся накопить. Пока еще я не насобирал достаточно, ребята, лайков под прошлым видео, для того, чтобы посвящать сегодня серию мультиплееру. Так что, ребята, дерзайте, там осталось буквально 50 лайкосиков сделать. Ну что же, а мы с вами переходим на где этот противный уровень. Да, а что меня вернули-то опять сюда, эй? Давай меня вот сюда вот, в мои родные пенаты, они где-то там. Так, секунду, где этот уровень? Вот он, ребята, седьмой, поехали, будем развлекаться. Может быть, заодно и денег подкопим. Так, болото смерти называется уровень у нас. Болото смерти, опс. Обожаю бомбу-вонючку, просто обожаю. Так, а эти охламоны у нас не подвержены отравлению. Они подвержены только лишь, ребята, тихо. Только лишь... Ха-ха-ха, хотел. Ты видел, да? Он хотел мой аккумулятор свистнуть. Но кузен мой быстренько его поставил на место. Так, секунду, что мы с вами телепунькаемся? У нас вот что есть. Ах ты, крысеныш мелкий. Да, ребята, у меня, по-моему, на данный момент умножения бабла нету. Я его все потратил. Так что с деньгами будет, наверное, очень туго и тяжело. Ну что вы, комарики, на воздушном шарике, ядрите вас на корень, а? Так, секунду. А ну-ка, упс. Летят. Так, давай-ка мы вот так бросим аккумулятор сюда, в конце концов. Пускай он уже их тут задерживает. И мы вот так сделаем. Нет, как-то не солидно, ребят, стрелять по этим охламонам из арбалета. Так, 1045 уже монет мы с вами накопили. Но этого мало, еще мало, конечно же. Так, кто у нас там, я вижу. В противогазах охламоны, вот они. Они ныкаются среди крокодилов, типа я их не вижу, а я все прекрасно вижу. Ну, комариков тут еще мне не хватало. Так, прожариваем. Жик. И вон того тоже, и вот этого. Так. Бомбически все. Ну, ребят, сейчас будет последняя волна, судя по всему. Летят. Мелкие комарики летят. Нет, они испытывают просто мое терпение. Они смотрят, насколько Рэй не подвержен, как говорится, злости. А я вот, ребята, уже злой, да прям на пределе, елки-палки. Но, бинго, отлично. Так, все, мы, по-моему, прошли или нет? Да, прошли мы этот уровень. Ребят, ну видите, да, умножения почему-то у меня нет, куда-то исчезло оно. Но даже без этого мы получаем с вами почти 10 тысяч. Ну и потратили мы тоже с вами не слабо. Так что, наверное, придется все-таки сегодня, ребята, играть нам в мультиплеер. По большому счету, лишь потому, что у меня нет умножения. Я не хочу, ребята, проходить уровни без бонусов. Поэтому поехали с вами играть в мультиплеер. У меня, как видите, первый ранг, 290 очков. Поехали! Будем разбираться с нашими врагами. Ох, ничего себе, 2980. Куда? Куда мне такого
Гигантуса-то подсовываете, а? Куда, я спрошу вас? Ну а чё? Мы, ребята, не из робких, сдаваться мы не будем. Так, давайте, птички, улетайте. А мне что дали, кстати? Револьвер или дробаш? А тут, наверное, всегда дают только револьвер, да? Так, ладно, будем, ребят, с вами копить, как мы это всегда и делали. Мы вначале копим 30 яиц, по-моему, максималка, да, здесь? И будем потом уже сразу все выкидывать. И выкидывать будем в тот момент, когда будут вылетать вот эти вот птички. Чтобы он не знал, за что схватиться. Либо птичек бомбить, да? А либо, как говорится, яйца разбрасывать и собирать. Так, 20 у меня уже есть. Пока идет все довольно медленно, мы это видим. Неспешно. Мы, как говорится, на расслабоне. Но мне, конечно, тут достаточно. Вот пираньи, кстати, это хорошо, ребят. Пираньи — это замечательно. Они очень-очень противные. Так что будем, наверное, пираньи бросать. Я не знаю, что делает у нас вот этот вот. Кто он такой-то вообще? Воу-воу-воу, смотри, что он сделал. Ага, вот так вот он, значит, да? В принципе, он, ребят, по моей тактике. Так, пираньи. Он 30 накопил, да? Ну, тогда и мы так же сделаем. Посмотрим, как он справится с этим делом. Смотрите, смотрите, тоже не справляется. Тоже получает урон. Ладно, мы собираем. Так, справился, да, он со всеми там? Да, он справился, ребята. Почти, почти одинаковое количество здоровья у нас. Но все равно я проигрываю. Я понял. Так, где эти пираньи? Да елки-палки, дай эту пиранью-то подбить. Вот она, подбилась. Ладно, хорошо. Я все равно, ребята, буду копить тридцатничек свой. Я не буду раньше времени выкидывать. У меня пока 19, пускай он там разбрасывает, если он так хочет. Я пока потерплю. Интересно, вот такой вот ствол, ребята, в игре будет даваться или нет? По-моему, нету, да, его? Все, поехали, сейчас полетят. Вот так, вот это все дело будет происходить у нас. Пускай поелозит. Как уж на сковородке, да, ребят? О, я его хорошо так сейчас прижучил, если честно. О, ребята, а ему уже... Да, ему уже кронтарики, я выиграл. Так, что же мы с вами? Мы с вами зарабатываем здесь даже денежку. И это, кстати, очень хорошо. Поехали тогда дальше. Посмотрим, кто нам достанется на этот раз. Ух, крутим. Только я не понимаю, что вот это нам дает. Вот это вот мы крутим. И какой от этого толк? А, какие будут у меня монстры, да? То есть я могу вот таких вот, вот таких и вот таких. Фигово мне... Остановитесь же, я сказал. И все равно одно и то же, играть. Так, а в чем проблема-то, я не могу понять. А, видимо, нет этого героя и оппонента, что ли, или что? Ну? Что такое? Ага, вот нам показывают, как у нас ранги растут. Рейтинг позволяет переходить в более высокую лигу и открывать достижения. Да елки-палки, мы будем играть сегодня или нет? Это, или ты будешь меня сегодня... Подожди, давайте подождем. Тут, наверное, должно появиться имечко чувачка. Но я пока никого не вижу. Странно, мне что, и с мультиплеером сегодня облом, да? Ну давай, 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 крутись. Ищет пока, да, якобы. Погоди, там практически... Там что-то моргнуло, ребят. Там что-то моргнуло, я просто... Поспешил с остановкой. Давай подождем. Подождем чуть-чуть подольше. Да, ребята, Wild Boar. Ага. Еноты, крысы и хорьки. Не очень хорошо, ребята. Не очень хорошо. Мне больше нравится, когда у нас есть какие-то такие. Ожидаем соперника. Ну что с ним опять не так, ребята? Опять вылетел, что ли, охламон? Нет, вроде бы появился. Так, ну тут, конечно, не айсово.
надо... Вот с пираньями было круто, потому что по ним так легко не попасть. Они, потому что под водой, да? И в них можно было попадать только в том случае, когда они выплывают. А здесь все монстрики на видном месте. Крысы с аркебузами, да? Вот эти вот хорьки. Хорек что у нас там? Бросается динамитом, но он, ребята, не успевает его бросить. Его быстрее расстреляешь, чем он бросит. По-моему, так. Ну что, еще 3 яйца и, наверное, будем закидывать. 2 яйца. Поехали, наверное. Раз-два, раз-два. Вот так вот я это сделаю. Ну да. Подловил он меня. А как он так, ребят, быстро справился с моими этими монстриками? Очень быстро. Прям, блин, профи какой-то. Ладно. Короче, этих лучше не называть бобров. Знаете почему? Потому что, ребят, я только что заметил, что это обычные бобры. Даже не усиленные, без касок. Так что остается вот этих только выбрасывать. Они хотя бы по большой вероятности успеют бросить бомбочку в твой домик, которая будет у тебя гореть. Ну и, соответственно, наносить тебе дамаг. Ну давай, 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 давай. Птички, птички, певчие. Напоминает мне чем-то птичек из Angry Birds. Так, все, ребят, 4 яйца забираем. И сейчас будет наплыв, сразу выпускаем. Вот так вот я это хотел сделать. А? Тут-то я его, по-моему, переплюнул. Я ничего не путаю? Нет, ребят, я ничего не путаю, у меня все хорошо. Домик у него довольно долго горел. Даже до сих пор горит. Все шик и блеск. То есть тактика работает, да? 30 яиц копим и выбрасываем. И все. Слушай, скорость у птичек уже в разы, ребята, больше стала. Так, 20 яиц. Еще 6 яиц. И будем, ребят, забрасывать врага. Ну что, понеслась? Да что же я выкинул? Зачем мне крысы-то там нужны были? Ребят, я вот лопухнулся сейчас в данный момент. Почему лопухнулся? Потому что я выпустил крыс. Ну а я победил! У-ха-хау! Четко. Все, ребятушки, четко идет. Ну, пока еще у меня и лига слабенькая, вы понимаете, да? Дальше-то, наверное, будет уже супер-пупер-профи. Ну, а пока поехали играть дальше. У нас, кстати, вся энергия восстановилась. Хе-хе. Давай, кто у нас там следующий будет на подходе? Жду тебя, браток. Кана. Тоже из России. Прикольно. Встретился с тезкой, с землячком. Так, ладно, давай посмотрим, Кана, кто кого. Опять ожидаем соперника. О, ребята, здесь у нас еноты, все дела. Понятно. Ну, естественно, лучше вызывать вот этих вот. Хотя здесь нет никаких бомб-вонючек, поэтому фиг его знает даже. Как, посмотрим, ребят, как у нас пойдет, как карта ляжет. Ну иди отсюда уже. Ай, ребят, соперник вышел, к сожалению. Обидно, обидно. Или он вышел, или он сдался, или его, ребят, просто выкинуло. Или он просто меня узнал и решил сказать: Рэй, ну я не буду с тобой драться, я сдамся тебе, как говорится, на милость, короче. Ладно, ребят, наверное, нам... Давайте еще один бой с вами сделаем, да, в мультиплеере. И уже попробуем немножечко поиграть там пару уровней пройти. Dark Beer. Мне кажется, вот когда вот такие вот Dark Beer и всякие вот эти выходят, мне кажется, что это боты. Не знаю почему, но вот у них у всех почему-то Dark, Dark, Dark. Что они, хотите сказать, все называют себя Дарками? Нет, по-моему, это боты. Хотя паузы здесь нету. Ожидаем соперника. Ну давай, ожидаем соперника. Что-то мультиплеер у нас не задается. Слишком долго нам приходится ожидать соперников наших. Ну птички, хорош. Интересно, в этой игре есть такой, как сказать, чит-бот, который, знаешь, автоприцеливание. Тебе не надо прицелиться, а просто нажимаешь на кнопку, и он расстреливает. Прикинь, такая бы фигня была бы. Был бы топчиком всегда и везде.
Ну, ёлки-палки, так, яйца, я не успел. Не успел. Ну что, ребята, ага. Я понял. Да хорош ты. Что-то не получается у меня, ребята, справиться с ними. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё? А как он, интересно, так сделал? Вообще, мы по нему даже урона не нанесли. Это бред. Ребята, это бред, этого не может быть. То есть, он их всех расстрелял, а мы даже урона не нанесли. Чушь собачья. Ну, наносит все-таки урон. Ну, как же он там успел тогда, а, сделать? Хм, непонятно. Ну, посмотри, ребят, я даже при условии, что я стреляю точно в них, я их не убиваю с первого выстрела. Не знаю, как такое может быть. Если кто-то может мне объяснить, напишите мне в комментах. Так, ладно. Саня. О, Санек. Блин, а почему мне дают такие ранги, 650-е, когда я сам еще пока в бронзе нахожусь, а мне дают уже серебро? Ладно, давай. Ожидаем соперника. Может быть, чем выше ранг, тем у него круче что-то там, а? Как вы думаете, такое может быть? Ну давай, 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 ожидаем соперника, ё-моё, ожидаем. Поехали. Так, так. На тебе, на заправочку. Нанесли маленечко урончика все-таки, а? Успел бомбануть. Это хорошо. Ну вот предыдущий соперник, я не знаю, как он умудрился, ребята. Вот серьезно говорю, как он умудрился без урона пройти. Для меня это какой-то нонсенс просто-напросто. И всегда выбрасывают яйца, вот я когда заметил, именно в наплыв вот этих вот птичек. Он копит тридцатник, я так понимаю, да? Он копит тридцатник. Как пить дать, я вам говорю, ребята. Поэтому ждем, ждем подвох от него. Вот он. Так, а почему он таких вот, интересно, выслал? Так, ладно. Предположим. Он потратился. Так, ну будем тоже ждать еще 5 яиц, ребята, и будем запускать нашу армаду. И будем запускать ее в такой самый прикольный момент, когда, естественно, будут лететь вот эти вот птички. Неплохо, да, по-моему, должно получиться. О! Вот это уже другой разговор. Я понимаю. Прожали паренька. Санек, ты там как, нормально себя чувствуешь? Это же Санек вроде бы с нами играет, так? Так, ребят, я на изготовке, я постоянно жду. Ну, типа, я недовольный такой. Ага. Да что ты? Так, этих птичек слишком много. Ты что такое-то? По-моему, ребята, я тут сейчас фейлюсь. А-а-а! Блин. Да, не хватило мне совсем чуть-чуть, ребят. Совсем капельку. Не успел. Отбивался как мог, но не получилось ничего. Ладно, давайте дальше смотреть. Почему мне не дают моего ранга-то противника? Почему какие-то слишком уж высокоуровневых, можно так сказать? Я, правда, не знаю, чем отличаются это все, но... Да ядрить тебя на корень, а? 1990 очков, второй ранг. У меня уже, ребят, палец болит тут кликать постоянно. Да хорош, не надо мне показывать его.
Все это уже и так знакомо. Так, у нас здесь где-то будут коровы. Ладушки, коровы. Ну, где, кто? Ну, где этот противник, ёпрсты, соперник? Давай, появляйся. Не хочет, не хочет. Все, появился. Ребята, он появился, ладно. Был бы каком-нибудь, ребята, автосборщик яиц. Соперник вышел. Да что ж ты будешь делать, ребят? Ну что ты будешь делать? Ну не хотят они воевать, и все, и хоть ты тресни. А вы говорите, сделай мультиплеерную серию. Как, ребята, ее сделать, если никто не хочет драться? Понимаете? А те, кто дерется, тот меня наказывает. Ну смотри, как вот первый ранг у него, да, 2560. Нафигеть. И у меня, блин, первый ранг только бронза. Бронза, ребят, это вам... Это свистец, свистец полнейший. Ребята, которые, наверное, имеют такие ранги, они просто с закрытыми глазами уже на ощупь знают, где улетит птичка и куда уже бомбят. Мне почему-то вот так вот кажется. Ладно, собираем яйца. Пока эти птички еле-еле себя ведут. Еле летают, короче, вареные. Пока еще не проснулись против, после зимней спячки, поэтому я их легко ловлю. Так, раз, говорю, два. Три сейчас полетят вражеские яйца, я больше уверен. Что-то не летят, ребят. Тогда мы запустим. Так, выдра, ребята, это выдра, а не хорек, скорее всего. Это, скорее всего, выдра. Ну, хорош тут своих чувачков на плотике мне вызывать. Я ведь готов ко всему. Ты не думай. Так, 13, да? 13 яиц. Блин, я ведь хотел один уровень поиграть и потом пойти на сюжетку. Увлекся, называется. Называется, я увлекся, ребята. Так, птички уже довольно агрессивно летают. Так что надо приготовиться к ответному удару, ребят. Еще 4 яйца. Так, я готов. Я жду от него подачи. Но не дождался. Так, ждем ответку. Уничтожил, да? Я вот не знаю, кто здесь хуже. Птички, которые в тебя врезаются, или вот эти вот животные. Он просто мне не дает, ребята, даже перезарядку сделать. Понял? Что, меня хочется черепахами, что ли, доколупать этими? Понятно. Давай. Отбиваемся. Так, плотики, херотики. Блин, птички, вы достали меня уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, ребята, тут обалдеть. Проиграл. Я не понимаю, я не успеваю даже. Не то, что не понимаю, я не успеваю и там бомбить, и птичек, и это. Ну это жестко, очень жестко. Был бы дробовик, может быть, было попроще. Но с этим пистолетиком, с никчемным, это не серьезно. Так, ладно, ребят, хорош тут в лиге играть. Поехали, поиграем пару уровней. Ух, а то у меня уже рука заплыла. Классный опоссум. Классный, говоришь? А чё ж в нём классного-то? Не вижу я ничего в нём классного. Опоссум. Ну? Что в нём классного? Объясните мне, ребят. Чего я не могу никак понять? Хорош. То, что они хотят меня тут доколупать? Доконать? Может быть, в этом классный опоссум? Или что? Что не так?
Ну, я жду. Иди отсюда. Всплыл мне тоже здесь солдатик. А вот это, ребят, хорошо, давайте дождик. Дождик зарядим, потому что крокодилы не любят дождя. Ой, погоди. Не приметил его там, не приметил. Так, еще дождик нам достается. Давай еще выпустим один. Так, опоссум. Вся проблема только в одном, что он, ребята, падает почему-то с небес. Спустился с небес на землю. Так, и вот там огуречный хмыреныш где-то был. А ну-ка. Опоссум, иди отсюда. Так, вот этого надо. Оп! Хилочка. Хилочка — это всегда хорошо. Так, ну что, полволны мы с вами прошли. Ждем, 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 ребята. Вон там с гранатометами, а? Замечательно, где еще? Кто? Ах ты! Огуречный хмыреныш, значит, у нас там, да, еще? Тогда аккумулятор бросаем. Тихо, 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 не надо, не надо буянить. Ребятулечки, говорю, не надо буянить. Так, по-моему, пора переключаться на плазмопушку. Воу-воу-воу-воу. Тихо, нифига вы тут, ребята. Десантуру мне устроили. Такой наплыв. Блин, ну почему нет умножения, а, ребят? Ну как так-то? Без приумножения как-то хреновенько играется. Так, 134 голды у меня уже. Ну, соответственно, мы сейчас с вами очень много потратим денег на то, чтобы восстановить себе боеприпасы, ну и так далее. Так, боеприпасы. Здесь тоже. И давай посмотрим, что у нас тут. Так, бомба-вонючка 5 штук. Плюс нам нужен аккумулятор. Так, аккумулятор. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот так вот. Так, что же у нас? 9-й уровень. Поехали, ребят, 9-й уровень. А опоссумы эти тут. Таинственное болото. Таинственное болото. Что, 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 что ты? Поплыл, куда ты разогнался? Куда ты разогнался, родной мой? Естественно, ребята, опоссумов всех этих сразу к ногтю. Ну и, наверное, давай бомбанем дождиком. Пускай тут маленечко погорят, поплавятся, пожарятся. А мы с вами спокойненько будем уточек открывать. Ну врезайся, коробка, давай уже, раскрывайся, кто там у тебя сидит. Комарики, ёпарасете. Ну, Кузя, кузен, давай. Не хочет, не хочет кузен, ребят, работать. Так, дальше опять идут крокодилы. А далеко собрался-то? На моторке он тут чешет мне. Комары только и успели пикнуть. Только, ребята, пикнуть и успели. Так, ладно, пошел расколбас. Очень много, ребят, комаров. Очень много. Ну, в принципе, это болото. Их должно быть много здесь. Аккумулятор бросим на всякий случай. Ну давай, 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 иди ко дну. Иди ко дну, я тебе сказал. Так, нам достается косморужье. Так, думают, пройдут. Нет, не пройдут. Не пройдут и не проплывут. Вот так вот, отлично. Давай бомбить. Посмотрим, кто там у нас. А там стопудово у нас будут комары. Естественно, комары, ребят. Ну, кто еще может быть? Так, давай дождь. Дождь вызовем, блин. Что за врал такой тут происходит? Слушай, на самом деле, достали вы уже меня тут. Опоссумы всякие. Плывет, а? На лодочке наяривает енот. Полоскун причем. Все, ребят, волна пройдена. Замечательно. Так, мы получаем почти 10 тысяч. Мы не окупаем свои затраты. Вот в чем проблема. Без умножения не окупаем. Ну ладно, ребят, надеюсь, вот на этом уровне мы немножко с вами отыграемся. Потому что этот уровень все-таки с пришельцами. Как говорится, тут все зависит от нашей удачи. Мировая война болото. Даже вот так называется уровень. Мировая война болото.
Что ж, давай, ага. С пирани, да, начинается эпизод. Это плохо. Да, комары, комары разошлись. Сейчас так и будут, наверное, комарики, потом еще какие-нибудь зеленые огурцы. Нет? Нет, опоссумы, ребят. Как же без опоссумов? Так, на всякий случай, ребята, это я перестраховываюсь. Так, перестраховка моя работает, пока работает. Так, нам дали арбалет. Лучше бы мне дали кислотный дождь, на самом деле. Дали холодильник теперь, да? Вышел опоссум. Еще один. Мы их заморозим для начала. Пускай они пока постоят в заморозке, а мы соберем патрончики. Ну, а теперь расколбас сделаем. Так. Раз, два, три. Три выстрела достаточно, чтобы этот опоссум отдуплился. Так, не нравится мне вот это вот все. Оу, бомба-вонючка. Моя любимая бомба-вонючка. Шикандос. Ну что, комарики, что взгрустнули-то? Давайте улыбочку до ушей и нападайте, ё-моё. Ну только давайте без вот этой вот защиты своей, а? Опоссум явился. Заморозки нету, есть аккумулятор. Хе-хе-хе-хе. Пинц. Арбалет. Арбалет это тоже хорошо, ребята. Вот так вот. Брысь, брысь отсюда. Косморужье. Косморужье это классно. Так, опять нам выпадает холодильник. Фига прям. Десантура, действительно, ребята, сквад какой-то выпрыгнул здесь. Думает, им все можно. Так, пора, наверное, ими немножко заняться нам. Тарелочка, что там у тебя? Косморужье. Шикарно. Так, бомбим, бомбим. Кузен там, помогай давай потихонечку-то. Облизывай. Вражин, как говорится. Эть. А? Бомбу-вонючку дайте мне, пожалуйста. Не хотят давать. Ребят, это, по-моему, последняя волна у нас была. Либо прошли, либо нет. Опа-на! Разблокировано. Это же у нас баба Люба, или как... Или как ее там величать? Или тетя Люба? Посмотрим. Так, 11 тысяч мы с вами получаем монет. И хочу посмотреть, баба Клава, может, какая-нибудь. Это по оборонке, да, она у нас? Ага, тетя Клава. 10 тысяч, чтобы купить ее. Ну, конечно, будем покупать. Еще, наверное, ее улучшим. Вот так вот. Правда, мне кто-то сказал, что она не особо хороша. Она, по-моему, по ближнему бою. Посмотрим, короче. Посмотрим. Так, бомба-вонючка у меня есть. Аккумуляторов у меня мало. Надо взять пару штучек. Вот так, ребята, 100 тысяч как будто и не было вообще и вовсе. Так, и давай, наверное, улучшим себе все-таки космо-ружье. И боеприпасы прикупим. Вот так вот. Фух. Ну что, у нас энергия еще есть одна. Так что пора, ребята, в бой. Ага, открывается сложный уровень. Замечательно. То есть я уже знаю, что мне надо будет пофармить. Два уровня. Этот, 10 и 5. На фарм идут автоматически. И у нас 11, ребята, уровень. Чего? А, я не туда нажал, понял. Так, снова апокалипсис. Ну, бабуля, баба Клава, давай. Не подведи папочку. Посмотрим, что надо делать. Что это такое? Что это за... На плотике? Да, ребята, она чисто ближний бой. Толку от него, конечно, я не особо вижу. Толкается, с веслом толкается, да? Слушай, что это заврал-то такой? Что это тут заврал, я спрашиваю вас? Ё-моё. Серьезно все тут? Так, опять на динамитике. Еноты, которые плывут на динамитах. Замечательно. А сколько Клавушка у нас живет? У него полоски здоровья, я что-то не вижу, если честно. Сколько у нее
энергии-то жизненной, чтобы она могла тут отбиваться. Для меня непонятно пока, если честно. Ё-моё, а чё так врагов-то слишком много? Вам не кажется, что слишком много? Так, хорошо. Ну и денег мы зарабатываем тоже немало. Вот что самое-то приятное. Давайте, давайте, плывите, плывите навстречу смерти своей. Холодильничек достался. Так, этих мы раскромсаем. Ну, как оно вам? Нравится, еноты? Тут еще баба Клава стоит на страже, так что... Блин. Ага, все, я видел, ребят, сколько у нее здоровья. Ну, если... Ну, на самом деле, очень мало. Очень мало, и... Какой смысл вообще от нее тогда? Толком и не делает ничего, да? Не наносит, так сказать, офигенного дамага. Да, наверное, люди правы, которые говорили, что она не айс. Ну, пока у нас ничего нету, пускай стоит, наслаждается жизнью. Так, что же мы можем с вами... Пока ничего, да? Есть только прикупить аккумуляторов и бомбу-вонючку в обязательном порядке. Без нее мы никуда. Все, ребят, у нас одна энергия, попробуем. Ха, вот они эти. Хорьки, выдры. Попробуем разобраться. Они бросают в свои бомбочки ужасная выдра. Да, ребят, это выдра, оказывается. А не хорек. Так, да выеживался, да? Так, ну это крокодилы, это свои идут. Давай вот так вот сделаем. Так, ага, черт, я его не заметил. Тут в толпе, вон они, их тут, ребята, фиг проглядишь. В такой куче малета, ё-моё. Где они там? Вон он, ты посмотри, а. Как он маскируется. Это Жульен, а. Вдвоем сразу же, ха-ха, заколбасили. Баба Клава, ты бы хотя бы это, свой зоркий глаз терминаторский бы включала бы, выявляла бы, где тут враги-то. Веслом с вами тут. Хорош, бригада сват. Отставить. Иди отсюда. Нормуль. Пока справляемся. Давай, опоссум. Так, вот они, ребята, из-под воды. Это замена нашей зеленой колбасе. Да-да, именно зеленой колбасе. А я вот так сделаю. Хоп. Пускай их бомбит. Ай, как же им нравится, ребята, ай, отдупляться. А мне нравится на это смотреть. Так смачно все происходит. Прям шоком их. Так, секунду. Так, так вот. Вот, арбалетик. Кстати, арбалет нам тоже надо будет, ребят, прокачать по фулочке. Там всего лишь один уровень надо поднять. Так, ну что же. Отлично поиграли. В мультиплеер, конечно, меня немножко расстроил. Я не знаю, как там можно так имбово играть именно моим противникам, которые меня расколбашивали за 3 секунды, не получая никакого урона для себя. Но будем разбираться. Ребята, у нас 13 уровень, если мы пройдем, мы с вами что-то еще откроем. Но это уже будет в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.